Ford Mondeo 3.2.0 TDCi. Они находятся на автомате коробки. Вот у нас находится крышечка для залива масла. Коробка автомат. Вот она. Слева вот аккумуляторной ниши внизу. Вот она. Вот. Берем ее просто вверх. Вот так вот. Она резиновенькая, как пробку ее. ПЕМС. И вот мы ее сняли. Вот такая крышечка. Все. А вот крышечка для слива. Вот. Ни в коем случае не крутить все остальные. Тут где-то есть, для под звездочку. Ни в коем случае не крутить. Короче, вот этот для слива. Вот, вот для слива. Ни в коем случае не крутить никакие больше болты, потому что если вы там. Как называется слово? Тормоза? Сзади, да? Заливной. Заливной. Да, и, короче говоря, потом попадают и все. То есть заливная сверху, что я показал, сливная вот эта вот головка на 24, вот. Все. Вот так. Мы создали вот такую вот гуску. Так вот это все масло нужно зайти в залительную коробку, 8 литров. Вот такую мы гуску создали, вот такую вот бутылку такую обрезали. И такую шлангу, вот такую, за неимением лейки. И вот туда сейчас мы его напустим, сейчас сюда его коробочку, и потечет все. Но сначала сейчас сольем, сольет наш коллега, и потом мы будем заливать. В принципе, пока что пауза. Вот такие, ребята, вот переливание крови происходит. Капельница для Форда. Коробочка автомат, прекрасная чатка. Заливаем чистое масло АТФ. Декстрончик третий. Ну вот так вот. В принципе, все. Все четко. Всем благословения, ребят. Пока.